Ежегодно в России в ДТП погибают около 28 тысяч человек. Основные факторы риска – нарушение правил дорожного движения, в том числе алкогольное опьянение, превышение скорости, игнорирование ремней безопасности. Инспектор по пропаганде Анапской роты ДПС Марина Потемкина привела статистику. С начала года зарегистрировано 32 ДТП с участием мотоциклов. 3 человека погибли, 31 получил ранения. Студенты показали фотографии с места аварии. Представитель мотоклуба Blacksmith MC города Анапа Александр Сащенко рассказал и показал ребятам специальную экипировку мотоцикла, которая должна быть у каждого мотолюбителя. Шлем, куртка, перчатки, штаны, боты. Экипировка мотоциклиста – это не модный аксессуар, а ответственный пункт безопасности движения. Надеть шлем не то, что желательно, а просто необходимо перед тем, как сесть за руль мотоцикла. Для каждого мотоциклиста выбор шлема – первое, что необходимо произвести. Правила дорожного движения обязует иметь мотоцикл со всеми документами, грамотно, правильно оформлен, обязует иметь водительское удостоверение и соблюдать правила дорожного движения. В завершении встречи ребятам показали тематический фильм.